В столичном районе Строгино святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного Троицкого храма. Церковь Живоначальной Троицы, построенная в 17 веке в стиле нарышкинского барокко, входит в состав архитектурного комплекса усадьбы в Троице-Лыкове, расположенной на берегу Москвы-реки. В 19 веке в имении была построена Успенская церковь, богадельня и больница. По духовному завещанию последних владельцев усадьбы, здесь в феврале 1917 года была учреждена Свято-Троицкая женская община. В советское время монастыри и храмы были закрыты. Сюжет Галины Ледвиной. В торжественный день предстоятели русской церкви встречали настоятельницы Покровского женского монастыря и игуменья Феофания, жители района Строгино, вся полнота прихода Троицкого храма, учащиеся православной гимназии в Троице-Лыкове. Патриарх прибыл в историческое место в день празднования столетия со дня основания здесь в 1917 году Свято-Троицкой женской общины. Помолившись в храме у иконы Святой Троицы, святейший владыка в сослужении архиепископа Солнечногорского Сергия и епископа Броницкого Парамона совершил великое освящение древнего храма. Обновление празднующей честного храма Живоначальной Троицы во образ святейшей Твоей Церкви, Сири Самоготелеси нашего, ежеубо и храм Твоей Иуды Христа, Твоего всеквальным апостолом Павлом, именовать исподобил. Утверди его до скончания века непоколебимо и прославлено в Тебе. В дни, когда церковь вспоминает схождение Святаго Духа на апостолов, в новоосвященном храме святейший патриарх совершил первую литургию. Как отметил в своей проповеди духовник православной гимназии в Троице-Лыкове, после десятилетий запустения опять в стенах этого Дома Божия зазвучало слово о Святой Троице, а божественный возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа» открыло новую жизнь в этих стенах. Отныне здесь вновь будут рождаться новые члены Церкви в таинстве крещения. Вновь будут соединяться в союзе любви мужчина и женщина, в христианском браке, в своей малой церкви. Здесь будут получать исцеление по молитвам церкви, кто так нуждается в помощи. Изумительный по красоте каменный храм 17 века в 30-е годы был закрыт. Статус памятника архитектуры мирового значения спас его от полного разрушения, но церковь ветшала от времени. Внутри были утрачены почти все росписи, пострадал и наружный декор. В наши дни Троицкий храм был воссоздан практически с нуля, отметил патриарх в своем слове. Сегодня мы можем свидетельствовать, что практически все восстановлено. Из 26 построек в 90-м году, которые находились здесь, дошли только 8, и то в страшном состоянии. Сегодня возрождаются и постройки, и парк приобретает свою красоту. И замечательно то, что люди сюда могут приходить, и дети играть на детской площадке. Это место открыто для москвичей, для всех тех, кто способен по-настоящему видеть красоту и беречь ее. Патриарх также ответил тем, кто ведет разговоры о том, что храмы нельзя передавать церкви для реставрации. Он подчеркнул, что ведутся они теми, кто не хочет присутствия церкви в общественной жизни. Его святейшество напомнил, что храмы, в советские годы превратившиеся в руины, сегодня отреставрированы в первую очередь церковью, ее чадами, благодетелями и верующими людьми. Когда сегодня некоторые представители интеллигенции говорят, что нельзя церкви ничего передавать, нельзя, они не справятся, они не смогут содержать, они не смогут отреставрировать. Вот все эти голоса, которые совсем не преследуют тех целей, которые они декларируют, цель другая, чтобы не было церкви в местах, отмеченных талантом созидателей, архитекторов и художников. Чтобы церковь была где-то там, на периферии жизни. Предстоятель отметил, что государство в последние годы стало содействовать церкви в восстановлении религиозных памятников архитектуры. Пример такого сотрудничества – храм в Троице-Лыкове. А в дар новоосвященному Дому Божию патриарх передал икону преподобного Серафима Саровского с житием. Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви святейший патриарх Кирилл вручил награды и игумене Феофании, настоятельнице Покровского женского монастыря,
и светским лицам, потрудившимся во благо церкви.